пошел! А! Знаете, что это такое? Чего? Ну что, какие волны? А в букваре что? А буквы складываются в слова, предложения и невероятные истории. И эти юные зрители их обожают. В зале культурно-досугового центра «Октябрь» в Голицыно собрались самые заядлые читатели и любители книг. Самые активные получили подарки и грамоты в честь Международного дня детской книги. В эти дни мы награждаем самых активных читателей, самых активных посетителей мероприятий, самых активных участников викторин, тем самым подвигая ребят и дальше посещать наши библиотеки, мероприятия, посвященные книге, театрализации книг, осмыслению книг и семейному чтению. Книги, прочитанные в детстве, остаются в сердце навсегда, уверены организаторы. Через театрализованные представления, кружки и мастер-классы, тренинги и библиотечные мероприятия ребята постигают красочный книжный мир. Сегодня это самый доступный способ увлечь ребенка. В библиотеку ты можешь просто прийти и, помимо того, что ты можешь почитать книжки, ты можешь принять участие в мастер-классах, можешь принять участие в спектаклях, в каких-то творческих мастерских. То есть это целая лаборатория современного творчества. Библиотека, это вот сейчас стало именно такой, именно в Голицыно. Мы себе ее такой представляем и к этому стремимся. Большим праздничным концертом с конкурсами и шутками завершилась неделя детской книги. Но увлекательные занятия во всех библиотеках округа продолжаются. Их может посетить любой желающий. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».